Итак, пацаны, 18 сентября, суббота. Я уже 3 дня как болею. Вот я сейчас не просто стою, я опираюсь на холодильник, потому что дикая слабость. Хаваю арбузик. Как в далеком 2017. Как в далеком 2016. О! Так вот, ой. Как я его мыл, это сейчас была целая эпопея. Сейчас его кое-как разрезал. Нехорошо так, конечно. Нож тупой еще. Сейчас вот так вот маленький кусочек отрежем. Отломим даже на стол. Блин, упал один. На стол ничего. Вот так есть нельзя. Но я аккуратный. Это реально очень сладкое. Блин, аж чуть не подавился. Он такой же здоровый и вкусный, как тот арбуз из 2016-го, который весил там больше 15 кило, я не помню даже сколько уже. Тоже здоровый, тяжелый. Не обращайте внимания, что здесь чемодан стоит. Он пока что здесь стоит. Потом уберу, тут просто пришлось. Сейчас. Кое-какие маневры проводить. Вот это я оставлю. Поставлю холодильник сейчас. Вот это сейчас есть буду. Блин, реально ностальгия, пацаны. Зайдите на канал. Привал. Блин. Я ел там арбуз. Ой, это уже классика жанра будет. Это все, это ежегодная традиция. Снимаю, как я ем арбуз. Ну, конечно, желательно здоровым полностью. Постепенно иду на поправку. Мысли, конечно, еще, скажем так, не могут собираться вообще-то все. Короче, думать мозгу тяжело, уставшим чувствуют все. Это если так вкратце. Но сейчас, думаю, арбуз мне поможет, он уже постоял сегодня. Он ночь всю простоял в квартире, поэтому он тепленький такой. Блин, какой же он сладкий. Так, вот это все надо ставить, это в холодильник скорее. А это сейчас захаваем.